крылечко. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный, конечно. А у других мужья перстеньки, рыжья, серьги из перламутра. А у меня слеза, жидкая бирюза, просыхает под утро. Носи перстенек. Писали. Письмо. Зачем вы это делали? Не знаю. Я смотрела на ваше лицо. Вы унижали себя. И очень жалели. Но вы совсем не верили тому, что пишете. Женщина, которую вы адресуете, это не поймет вас. Мужчины не меняются. Меняются только женщины, которые прошли через горе. Или через счастье. Если женщина изменится, ей, поверьте, смешно будет читать письма бывшего возлюбленного. Вы бы снова хотели лежать раненым при смерти, чтобы она пришла, увидела это. Но если бы она пришла, вы бы опять обидели ее. Все то, что вы говорите, имеет отношение к беллетристике. Женский роман. Может быть. А чего вы так быстро со мной соглашаетесь? Я люблю вас. Перестаньте. Это не должно вас смущать. Если вам понравится какая-нибудь женщина, я стану домогаться ее любви. Для вас. Вы не можете любить. Потому что шлюха? Нет, Дмитрий Юрьевич. Только шлюха и может любить.